Евангелия от Иоанна. Слава тебе, Господи. В то время многие из иудеев, пришедшие к Марии и видевшие, что сотворил Иисус, уверовали в Него. А некоторые из них пошли к фарисеям и сказали им, что сделал Иисус. Тогда первосвященники, фарисеи, собрали совет и говорили, что нам делать. Этот человек много чудес творит. Если оставим его так, то все уверуют в него, и придут римляне, и овладеют и местом нашим, и народом. Они же, один из них, некоторый Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им: «Вы ничего не знаете и не подумаете, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб. Сие же он сказал не от себя, но, будучи на тот год первосвященником, предсказав, что Иисус умрет за народ, и не только за народ, но чтобы рассеянный чад Божий собрать воедино. С этого дня положили убить его. Посему Иисус уже не ходил явно между иудеями, а пошел оттуда в страну близ пустыни, в город, называемый Ефраим, и там оставался с учениками своими. Приближалась Пасха иудейская, и многие из всех всей страны пришли в Иерусалим перед Пасхой, чтобы очиститься. Тогда искали Иисуса и, стоя в храме, говорили друг другу: «Как вы думаете, не придет ли он на праздник?» Первосвященники же и фарисеи дали приказание, что если кто узнает, где он будет, то объявил бы, дабы взять его. Слово Господне. Слава тебе, Кришна. Страшное решение в сердце человека, который говорит: надо его убить. Это уже не искушение, это не только просто какая-то думка, а может быть, он мне не нравится, але это серьезное решение, его надо убить, и они это сделали. Как может такая мысль, чтобы убить другого человека, который ничего плохого не сделал? Как может быть? Потому что где-то неверни этому, что в сердцах слышат, жить истину и любовью. Они не распознали истины, и не было в их сердцах любви. Они не думали о народе, нет, они о себе думали. Вот, чтобы убить другого человека, осознательно идти, так как сейчас на этой войне, пришли, чтобы убивать, чтобы иметь власть. Страшно. Где-то потеряли то, что человеческое. То значит любовь. Бо это человеческое. Бог, конечно, делает в этот момент, который тут слышим, что-то необыкновенно. То значит, Иисус сам отдает жизнь за народ. Это совсем другое, чем чтобы убить другого человека, чтобы было лучше нам. Это совсем другое. Они уже закрыли свое сердце убить другого человека, чтобы нам было лучше. Отдать жизнь
чтобы другим было лучше. Это Христос.